Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я, Вика. Сегодня мы вяжем майку топ футболку летнюю быструю для новичков. Очень просто, очень простым узором, очень красивую по диагонали. И очень просто, и очень красиво. Вот, значит, у меня два мотка пряжи Ализе Белла. Вот батик, я так понимаю. Не знаю, как бы есть ли другие виды этой пряжи. Значит, у меня вот это Ализе Белла, 100% катон, как пишут здесь. Цвет у меня 29.05, вот это серый гамми градиент. Вот состав 100% катон, хлопок. Вот, с градиентом. Два мотка всего. Метраж. Посмотрите, какая бешеная цена сейчас на пряжу. 90 крон один моток. Это ж кошмар. 360 метров, 100 граммах. И вот еще мне передали с Украины. Катон Голд, Ализе Катон Голд. Тот же, практически тот же метраж. 330 метров, 100 граммах. И практически тот же состав. Состав у нас... 55, ну, не тот состав, 55% катун и 45% акрил. На вид и на ощупь просто обалденная пряжа, девчонки. Вот, поэтому рекомендую. Тоже можно два мотка. Хватит. Вот, если на тот размер, который у меня. Кто с Украины, девчонки, вот видите, она позиционируется как пряжа для игрушек. Ничего страшного, для нас она тоже подойдет. Значит, кто с Украины, девчонки, под видео ссылочка на Леночку, у нее Катон Голд что-то там есть. За вот эти вот не знаю. Ну, в общем, спрашивайте, девчонки, кто с Украины, да? Ну, в общем, я вяжу из этой пряжи корректировку размеров, я буду говорить, в процессе. Значит, для начала, а и спицы 4 миллиметра использую, то есть свободное вязание. Одну деталь я уже связала, перепроверила это все дело. Если размер больше, то вяжем, покупаем больше пряжи, 3 моточка. Если меньше, то меньше не надо, меньше не нужно. 3 4 5. Итак, первый ряд 5 петель мы набираем. И вяжем мы треугольником, да? Значит, первую петлю снимаем. Я делаю вот так вот, пока воздушную петлю. Далее покажу еще вариант. Воздушная петля, 3 петли провязываю, следующая воздушная петля и изнаночная. То есть в начале и в конце ряда я провязала таким вот образом, то есть я добавила по одной петле после кромочной. Второй ряд я провязываю тоже лицевыми, и это просто два начальные ряда. Можно начать с 3 петель, но почему-то мне вот этот вот резкий уголок здесь не нравится, оно при сшивании что-то там как бы, ну, некомфортно мне. Вот поэтому я предпочитаю у треугольника как бы начинать с 5 петель. То есть вот здесь вот и здесь вот я в начале и в конце, после кромочной и перед кромочной, я буду добавлять по одной петле. Вот таким вот образом у меня будет образовываться косынка. Далее, следующий лицевой ряд. Теперь мы вяжем узор наш. Значит, узор простой. Удобен именно для вот этого вот метода вязания по диагонали. Потому что он из одной петли, и нам его легко, очень легко вклинить в основной узор. Значит, я делаю воздушную петлю либо вот так вот, либо из протяжки. Но дело в том, что из протяжки не везде получается. Вы сейчас поймете, почему я так говорю. Ну, в общем, я делала, как мне удобно. Все, я сняла кромочную, добавила одну петлю. И далее вяжу узор. Я продеваю спицу в петлю. И делаю один захват и второй захват и вытаскиваю петлю. Двойная, видите, петля. Далее снова то же самое. Раз, два, двойная петля. Раз, два, двойная петля. Раз, два, двойная петля.
Раз, два, двойная петля. И вот здесь вот мне нужно из протяжки, вот в этом месте, смотрите, у меня не совсем получается из протяжки. Вот сейчас вроде бы как еще получается. Вот я достаю. Если не достаю, то делаю обычную, ну вот, воздушную петлю. В общем, смотрите, вот здесь вот это не так важно. Поэтому узоре это все потеряется. Поверьте мне, делайте так, как вам комфортно. Так, изнаночный ряд я вяжу изнаночными петлями. Вот этот двойной накид я распускаю и вяжу. Раз, два, три. Видите, делаются вот эти длинные петельки. Это второй ряд узора. Третий ряд. Здесь я тоже добавляю петлю. Чик, добавила. Далее, здесь у меня узор. Вот что я делаю, я ввожу спицу, смотрите, вот одна петля, вторая, и я ввожу на ряд ниже между вот этими вот петлями и достаю петлю. Достала, а саму петлю пересняла. Здесь снова между вот этими двумя, тут видно хорошо, вот она петля, вот она следующая петля, между ними достала, пересняла, достала, пересняла. То есть я не провязываю, я добавляю одну дополнительную петлю, а саму петлю, которая в работе, переснимаю. Здесь вот тоже у нас сюда не получается всунуть, поэтому вот здесь последнюю петлю я достаю отсюда, не на ряд ниже, а именно за петлей достаю эту. И вот здесь вот тоже, смотрите, здесь тоже не получается. Вот в конце, скорее всего, нужно делать вот такое вот добавление. И все. Далее эти петли у нас добавлены, уходят легко в узор. Со следующего ряда они уходят в узор. Теперь четвертый ряд. У нас лицевые петли. Добавленную петлю я провязываю лицевой, а вот эти две, которая был накид и снятая петля, я провязываю вместе. Видите, они вот так вот двоечкой расположены, и вот мы их две вместе и провязываем. Вот таким вот образом это весь узор. Вот здесь добавленная петля, мы ее провязываем, и кромочная, изнаночная. Продолжаем далее. В этой пряже, что хорошо, сам градиент хорошо ложится и хорошо выглядит. Вот здесь, в общем, добавление делайте как хотите, как вам удобно. Далее первый ряд, двойной захват. Раз, и поехали. Таким образом мы продолжаем вязать. Это я вяжу уже первый ряд. Вот. Добавляю, если есть весы, вот вы знаете, у меня было всего два мотка, поэтому я ориентировалась по весам на 50 граммов. Вот довязала, да, ровно половину вывязала мотка, потому что знала, что я уже не докуплю. Поэтому я ориентировалась, я вот не знала, будет у меня маечка, будет у меня футболочка. Вот именно из двух мотков получилось так. Вот до этой черты, эту косынку, я вязала ровно 50 грамм. То есть от половина мотка. Но если вам нужно корректировать ширину, то вы, пожалуйста, на это не смотрите. Это смотрела я. У кого, кто ориентируется как, так, как я, на два мотка, вот сейчас вы должны расширять ровно до того момента, пока у вас не вывяжется пол мотка. Либо перемотайте в два клубка равных, и вот так вот определяйтесь. Либо по весам, как я взвешивала моток. И вот такой вот узор красивый у нас получается. Ну вот красивый, ну согласитесь. Тем более с этой пряжи оно будет по диагонали располагаться. Очень красиво смотрится. Так, ну в общем я продолжаю вязать и расширять. Итак, вот когда вы связали половину, да, либо ширину вашего изделия. То есть здесь вот вы на этом этапе корректируете здесь. По боковой части должна быть ваша ширина. И либо вы хотите в обтяжку, это окружность бедер, либо груди, либо вы хотите свободно, значит, тогда вы добавляете к окружности бедер там 5-10 сантиметров, в зависимости от того, насколько вы хотите вот этот припуск. Значит, что у нас здесь получается? Плюс одна петля. То есть мы добавляем. Далее мы вяжем вторую часть косынки. И вот здесь, вот вторую половинку. Здесь то же самое, но мы будем убавлять по одной петле. Я покажу на вот таком
маленьком образце, чтобы было понятно. Вот, то есть мы добавляем, пока вот эта вот часть боковая не будет у нас нужной ширины. Господи. Ой-ой-ой. Значит, далее от этой точки, когда вы достигли нужной ширины, либо половины мотка, так как я вязала, вот, вы после кромочной петли не добавляете, а провязываете по 2 петли вместе. Таким вот образом. Здесь вот старайтесь вытянуть петлю, потому что чтобы эту сторону у нас не стягивал, потому что есть вероятность стягивания. Далее вяжем узор наш. Так, далее, когда остается в конце ряда 3 петли, мы опять же то же самое провязываем 2 петли вместе и последнюю кромочную. Изнаночный ряд мы вяжем по узору, ничего не делаем. И в следующем лицевом ряду точно так же мы будем сокращать в начале и в конце ряда. Вот пока у нас не останется 5 петель, точно так же, как здесь. Вот здесь мы сокращаем по одной петле в начале, в конце ряда. Итак, когда остается 5 петель, что мы делаем? Я здесь провязала лицевую кромочную. Значит, провязываю 3 петли по центру в лицевом ряду, кромочную. Значит, сняла петлю, 3 петли вместе провязала, кромочную. И здесь вот 3 петли вместе. Все. Это у нас готовая деталь. Далее, что хочу сказать. Получается у нас две такие детали из двух мотков. И в этом узоре есть, вот видите, мы вязали с этой точки сюда. То есть вот так вот, если смотреть на схему, то вот так. Но вот обратите внимание, что этот узор складывается не в квадрат. Если бы это была чулочная гладь или платочная, то это бы был квадрат. А вот именно этот узор складывается в прямоугольник. То же самое, если я посмотрю на свою деталь готовую, смотрите, у меня он сложился в прямоугольник тоже. Ну, в общем, не видно здесь. В общем, это прямоугольник. Значит, у меня два прямоугольника. Чуть оно косит еще. Я их постирала, девчонки. Вот, сейчас я вам измерю. Ширина у меня 48, значит, у меня два прямоугольника, ширина 48 сантиметров. Тут еще в зависимости от плотности вязания у вас может быть больше или меньше. 48 сантиметров. И длина 57 сантиметров. Видите, насколько оно вот вытягивается по, как бы, в прямоугольник. Теперь что я делаю? Я вот 48 сантиметров. Мне нужно сшить плечевые швы. Вот он верх мой. Здесь 47 сантиметров. И я сошью, сейчас я посмотрю визуально, плечевой шов. Вырез у меня будет лодочкой 28. Вот на 10 сантиметров я сошью плечика. Вот здесь вот. Здесь и здесь 10 сантиметров. Это вы тоже варьируете, потому как сколько вы хотите вырез и так далее, и так далее. Итак, сшивать я буду за кромочные петли. Это можно сделать крючком, это можно сделать, вот я буду делать иглой. Значит, для начала я зафиксирую узелок, потом эту ниточку я в шов протяну.
Здесь я привяжу за вот эту вот нить, потом это все продену в шов, сюда протяну. Так, есть. И сшиваю. Закромочные. Да что ж такое, что я не могу. Как раз 10 сантиметров у меня, смотрите. Значит, здесь я тоже делаю узел и увожу нить в шов. Так, эту ниточку тоже я здесь сейчас нашла, только толстый крючок под рукой. Тоже я увожу сюда. Так, что далее? Далее я с этой стороны 10 сантиметров сшиваю, и у меня получается вот такой вот вырез лодочка, что мне достаточно. Далее, что по рукаву, я вот так вот всегда определяю вот таким вот образом, я не знаю, у меня всегда совпадает. Вот это мой такой быстрый способ, да. Это у меня 19 сантиметров. Вот 19 сантиметров я оставляю на рукав и вниз сшиваю остаток, да. То есть я здесь точно таким же методом, как я вам сейчас показала, здесь 19 сантиметров, а здесь у меня 38 сантиметров, вот, которые я сшиваю. То же самое здесь. Вот. Ну, сейчас сшиваю я, девчонки, и покажу вам. Итак, мои хорошие, вот смотрите, что хочу сказать. Эта пряжа совершенно не боится утюжка, гладим как хотим. Вот они, мои боковушки. Придаем форму. Я не обвязывала, девчонки. Мне и так все нравится. Сейчас я вам покажу все на лицевой стороне. Вот смотрите, как это все выглядит. И горловинка мне нравится. Вот так, как она есть. Смотрите. Я бы не обвязывала. Оно так все, естественно, ложится, что я бы уже ничего не делала. Итак, мои хорошие, вот топик на манекене. Благодаря этому узору оно все как бы ложится вот так туда, куда надо. То есть где надо, он растянется, и где не надо, он сузится. Все, мне кажется, прекрасно. И вот эти полосы ложатся шикарно, девчонки. Ну, на себе, я же говорю, покажу. И вырез ложится шикарно. Такой удачный узор. На заднем плане у меня разобранная, еще не собранная кровать. Вы уж простите. Все, никак не найду мастера. Так, все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.